этом сезоне, сезон, я имею в виду весна-осень, было относительно тихо в городе по поводу медведей. Ну, вот сейчас был звонок с единой диспетчерской службы о том, что на новом кладбище нашли разрытые могилы. Там, ну, вот еду проверять, сейчас проверю, что там случилось, кто разрыл. Взял помощника с собой проверять, есть там медведь, нету, может, подскажет. Вот след медведя есть, что он здесь ходил. Вот. Ну, и якобы какую-то могилу разрывал он здесь, якобы. Они все восстановили. Естественно, сейчас тяжело что-то сказать. Ну, вот сегодня утром едем проверять вчерашнюю информацию. След я нашел медведя. Ну и проверим. Собирается группа. Будем дежурить до рассвета. Если медведь там ходит, то чтобы принять меры какие-то, чтобы он могилы не копал. Как всегда, едем по нашей любимой улице Пономарева, Павлова, и прыгаем на машине. Мы находимся на кладбище, расставились. С темноты стоим здесь. Пока ничего не видно. Чтоб кто-то выходил, какой-то зверь. Он по лесу бегает, как правило, его. Никаких признаков не подает, что здесь есть зверь. Ну вот старый помет. Смотрю, Джумба здесь что-то засуетился, бегает, бегает. Ну это старый. Пока ничего не видно. Джумба вернулся с леса один, медведя за собой не привел. Ну вот рассвело, следы медведя есть, он действительно ходит по кладбищу. Прошел, вот видно. Вот. Мы фактически отдежурили. Никто не появился. Но следы есть, медведь здесь ходил. Посмотрим. Вот есть следы, ходит, да, медведь по кладбищу. Будем думать, что делать. Ну, фактически мы отработали. Медведь не появился. Значит, на что хотелось бы обратить внимание. Медведь, значит, на новом кладбище, на нижнем, которое самое новое, периодически появляется. Очень много следов проходит по могилам. Значит, граждане, будьте внимательны. И если будет замечен медведь, сразу повторяю, звоните в единую диспетчерскую службу. Они незамедлительно нам сообщат, и мы выйдем на место. Периодически будем, конечно, сюда приезжать. Утром, вечером смотреть.